Давай, я спою вот эту, я хочу петь. Сериал. У меня дружок Колян, вечно молод, вечно пьян. Кто до девок не ходок, а у Коли с этим ок. Хочешь с матом, хочешь без, увидел гору и полез. Увлекательный процесс, но не было у Коли стюардесс. Не было и вдруг, yes! Стюардессу полюбил, аж недели-две не пил. Она по небу летает, а он внизу по ней скучает. И однажды нацарапал прямо у подножья трапа. Мол, люблю, не надо слов, вот гляди, нарвал тебе цветов. Мазафака, вот и злов. Стали жить, поживать, она с неба и в кровать. Пару дней у них кунг-фу и из кровати в небо. На работу провожает, ей мороженое покупает. И как-то рейсов под конец дал трещину ее иммунитет. Сопли, кашель и пиздец. В общем, не случайно, чихнула случайно на пассажира из Алжира. В странах третьего, блядь, мира куча психов и маньяков. В общем, завязалась драка, до пилота добрались. А для пилота это был сюрприз. Самолет поехал вниз. А на небе облака, их видать издалека. И по небу летают птахи, всякий случай не случайен, причитание кончай. Самолет не чайка чай, разбился нахуй. Выжил лишь один из пассажиров, что на тот момент сидел в сортире. Выбрался живой из-под обломков и пошел, ловкий. Все дороги наши перепутаны, вот они. Переломали ноги черти, подождем до смерти. А может, не распутав, так и сдохнем, ну и бог с ним. Его звали Михаил, он судьбу благодарил, что остался с головой, что по земле идет живой. Шел он по лесу, пока не повстречал охотника, а тот подумал, что он враг. Подкрался сзади тихо, как-то так, по башке ружьем, хуя! В общем, взяли Мишу в плен. Кто за что, знает хрен. То ли чтоб работать там, то ли для опытов. День прошел за ним другой, Миша захотел домой. Стал прикидывать расклад, а Миша был на выдумке богат. Он егерю устроил ад. Все мы помним это лето, все горело как газета, с запада и на восток. Это Миша все поджег, чтобы замести следы и дать охотнику в табло. И в пожаре под шумок Михаил оттуда утек. А в столицу, сука, смог. Пешкодрапом задолбался, фуру тормознул на трассе. Думал, фартануло снова, думал, стопом до Ростова. А водила Гондурас перестал давить на газ. Говорит, давай бабло, а нету бабок, получив табло. И в глазах стемнело. А на небе облака, естественно, так же, как, например, для моряка, вода и гребля. Оклемался наш герой с жуткой болью головной. Смотрит, где я, боже мой, на корабле, бля. А вокруг нормальные ребята, типа сомалийские пираты. Ты наш пленник, говорят, а стало быть, будешь драить с палубы. А не хочешь драить, что ж, становись пиратом тоже. Будем грабить, убивать, будем волны рассекать. Веселиться будем очень, как положено, короче. В ситуации такой для Миши это выбор неплохой. Ладно, парни, йо-хо-хо. Дальше пропускаем близ, сразу несколько страниц. Где-то годик Михаил правильным пиратом был. И однажды налегке в американском городке Миша сильно забухал и на свой корабль опоздал. Улыбнулся, помахал. Стало вдруг хорошо, за бутыльника нашел. Захотелось вылить душу, тот-то и расставил уши. Стал рассказывать, делиться ярко, по-актерски в лицах. А второй был неречист, молча все записывал на лист. Оказался сценарист. Его звали просто Джек. Он был хитрый человек. Ехая домой в такси и читая записи, он подумал, it's good story, покажу-ка режиссеру. Показал, читайте, приз, а тот возьми, прочти да ухмыльнись. Мол, снимаем, заебись.
точно, блин, актеров соли с бочками, с луком и грибочками. И все красиво, но только вот на этот раз режиссер отдал приказ, что должен быть один из нас, прямо из России. Кэт работала на режиссера, ответственная за подбор актеров. У ней как раз знакомый был в Тамбове, и вот она звонит Вове. Неожиданная модуляция на 7-й минуте. Музыкантам нравится этот момент. Вова был актерище от Бога, в Тамбове театр кукол был один. Вова там работал, пил немного, но ты в Тамбове поработай, поглядим. Он ждал свой звездный час, как все актеры. Приедут, позвонят, придут за ним продюсеры, агенты, режиссеры. Но слышал только, мы вам позвоним. И вот однажды в отпуске не дома, мобильного звонки его зовут. И слышит в трубке голос, он знакомый. Hi, Вова, this is Kat from Hollywood. Они ж еще учились с Катей вместе. Учеба подошел последний год, и Катя сорвалась в Лос-Анджелесы. А Вова оказался патриот. Но Катя его, видно, не забыла. И вот сразу, если что, звонит ему. Возможно, так она его любила. Или еще хуй знает почему. Короче, говорит, Вован, пляшите пляски. Желает вас сниматься, хошь не хошь. Известный режиссер американский. Я имя не скажу, а то помрешь. Мы ждем тебя, Владимир, в Голливуде. Ты прилетишь пес с классом, как король. Там знаменитых пара-тройка будет. Но у тебя, понятное дело, главная роль. А от радости в забу дыхание сперло. Он сразу звонит себе в Тамбов. Спасибо, мол, ребята, сыт по горло. Прощайте, до свидания, и факов. Он прыгнул в свою желтую девятку и полетел, куда глаза глядят. У Вовы скоро будет все в порядке. Про Вову скоро все заговорят. Продолжение следует. Уже скоро развязка, там будет понятно, к чему это все идет. Логичное завершение истории.